Вечер, поздно, мои уже спать пошли. А я сейчас покажу, какие цветочки у меня стоят. Вот, какой букетик. Это Иринке бойфренд подарил. А, написал здесь записочку такую. Ну ладно, отлично, уж не буду читать. Красивые слова. Это... В пятницу она переезжает от нас в новые апартаменты. Они сняли вместе со своим бойфрендом. Они уже встречаются второй год. А, ну, мы думаем, что у них все очень серьезно. И вот она, они уже были в эти выходные смотрели жилье. Жилье очень дорогое они снимают. Можно дешевле, но... Они хотят, чтобы у них был хороший тренажерный зал, чтобы у них было две спальни, спальня для гостей. Ну, мало ли кто еще придет в гости. Молодежь все-таки. Может быть, я приду ночевать? Да нет, так бы это... Во-первых, они сейчас дома работают, чтобы у них был даже не могли работать. Например, кто-то в дополнительной комнате, кто-то... как бы, чтобы больше был местом. А, и так что-то прям не очень весело. Мне вообще не хочется, чтобы она уходила. Умом понимаю, что да, ну уже пора, ей уже 23 года, взрослая, надо уже жить самостоятельно, уходить. Уходить из дома уже надо, понятно. Здесь дети вообще в Америке очень рано уходят. 18 лет, все после школы. Они поехали в колледж где-то, уже снимают жилье, как бы с родителями не живут. Ах, жалко, прям жалко. Так, сейчас... Ну и все, это они в эти выходные ходили, уже им ключи отдали. Пятницу будут уезжать. Уедет уже, соберет свои вещи. И вообще, я вообще не представляю, как я буду без нее. Хоть она и сидит у себя в комнате, пришла, поднялась, там работает в комнате, у нее телевизор там, она занимается своими делами. Мне спокойно. Она у себя в комнате, мне спокойно. И так что-то сейчас в последнее время начала так вспоминать, когда она маленькой была, когда мы приехали сюда в Америку, она малюсенькой была. А еще как у нас получилось. Я приехала в Америку в мае, как в гости, вышла замуж. Мне уже нельзя было уезжать, мне надо было остаться здесь, оформлять документы, грин-карту на себя, на нее. И я выезжать не могла. Если бы я уехала, тогда мне надо было уже делать визу жены, а это еще года два. Поэтому мне надо было ждать. И в итоге 13 месяцев у меня ушло на все это. И она у меня была в России с мамой. Вроде пока я была в России, пока жили. А у нас прям был дом, и за домом прям школа стояла. Так удобно было. Она ходила в школу, утречком бежала, как бы не было страшно. Все близко. И я после школы я всегда ее забирала. Она еще маленькая, в первом классе, второй уже я уехала. В первом классе она училась, я ее всегда в школу отводила, забирала. И забирала в школу ее всегда, как бы мы с родительницами, там, с мамами обычно. Поговорим, какие-то проблемы, где-то кому-то что-то надо, там, купить, ну, в школу, где что купить, ну, как бы это все обсуждалось, как всегда. Это. Она особо-то мне как бы насчет учебы, она не очень такая рвалась к учебе, но была такая исполнительная, такая аккуратненькая. А, всегда чистенькая, не дай бог, у нее маленькое пятнышко, так она все, ей надо быстро убираться. У нее в портфеле был такой идеальный порядок всегда. Я даже никогда не проверяла, потому что у нее все было идеально. У нее ни мусоринки, у нее ни бумажечки, у нее все
как бы там в пенале ручки, в папочках тетрадочки. Ни одна тетрадочка не загнута, у нее было все идеально. Что такая чистюля была. А вот как бы учиться, как бы у нее не было особо так острый, как бы рвение к учебе, как бы так посредственно учил средненько. Ну, вроде я с учительницей была в прекрасных отношениях, мы поболтаем, и все, как бы ничего такого не было. Уже во второй класс, когда ее мама повела, я уже была в Америке. И, ну, и мама моя тоже ходила, ее забирала, говорит, вроде бы ничего, учительница так ничего. И мама мне говорит, Свет, что-то, и вот мы же разговаривали так частенько, и она мне говорит, Свет, что ты, Иринка, прям вот глазами, вот так вот разговаривает, и прям глазами хлопает, говорю, господи, думаешь, да что такое? А в больницу сходили, ну, вроде ничего, врач-то не сказал, но хлопает, может, что-то такое, ну, как бы на нервной почве, а что ребенок второклассник? Ну, так, и летом я уже через год, практически через 13 месяцев, я получила, как только получила документы, я тут же сразу первым самолетом полетела в Россию. А приехала, и как-то что-то мы так вот разговорились, а она прям вот хлопает глазами, как бы она не замечает это. Я говорю, Ира, ты что? Она не замечает, что у нее как бы вот это самопроизвольно. И потом, оказывается, выясняется, ей учительница говорит, не знаю, какой там конфликт, что там случилось, вообще непонятно, и учительница ей говорит, я сделаю так, что твоя бабуля, а она у меня так бабулю любила, не дай бог, кто-то что-то про бабулю плохо скажет, она прям... Не говорите ничего плохо про бабулю. Мы даже между собой что-нибудь, например, говорим, ой, мам, там то-то сделала. Она, не говорите плохо про бабулю. Вы что там говорите? Как бы она защищала всегда ее. И ученица ей говорит, я сделаю так, что твоя бабуля приползет ко мне на коленях и будет там умолять тебя перевести в следующий класс, что-то в этом плане. Ну и все. И Иринка... Это что там потом рассказывала нам? Я такая представляю, говорит, бабуля ползет к Марье Ивановне, ее Марья Ивановна звали ученицу, ползет такая на коленях, ее умоляет там что-то. И ребенок, вот она сразу ничего не сказала, и она вот на нервах, она боялась ходить в школу, и она боялась, что она вдруг что-то не так сделает, и бабуле придется ползти. Марин Ванне. Ну, вот такой был. И мама потом пошла разбираться. Как-то точно не помню. Мама пошла разбираться, что это такое. Как так учительница-то могла ребенку сказать? Ну и все. Приехала я, когда ее забирать уже. Я приехала, мы уезжали 2 сентября. А в августе. А что, почему мы 2 сентября? Что-то мы ждали. А я квартиру продавала. И вот 2 мы вылетали 2 сентября. А, и я пошла в школу забирать документы. Пришла к директору. В принципе, они мне вообще не нужны были. Документы вообще не нужны мне. Они, во-первых, на русском языке. В каком она классе, это никому не надо было. Здесь в школу берут, приходишь, сколько тебе лет? 7, ладно, во 2 класс идешь там или в 1, как по годам они смотрели. Это, пришла забирать документы, прихожу к директору и говорю, мы так-так, мы уезжаем за границу, мы уезжаем на постоянное место жительства, нам надо забрать документы. Мне директор говорит, уезжайте в Америку. А не хотели бы вы помочь своей школе материально? Я такая не поняла. В каком основании должна помогать? Да, во-первых, я мать-одиночка. Я вообще имела право. У меня ребенок мог питаться бесплатно в садике, в школе.
Я не должна была собирать ни на какие парты, ни на какие полы в школе, ни на шторы. Мы же все в классе оплачивали. Я говорю, я ни разу даже не заикнулась, что я не должна была это делать. Я все платила. Я не хотела даже, чтобы еще ребенка тюкали то, что так, еще бесплатница. А как бы я за все платила. Я говорю, еще я должна платить. На какую помощь я должна вам платить? Как бы уже деньги выпрашивала учительницы школы. Ну все, уехали мы. Приехала Иринка сюда. Естественно, с нулевым английским. И вот хлопала, и хлопала. У меня мама говорит, Света, что она глазами хлопает? Это у нее все на нервах все было. Мы потом... Ну, ходили в больницу, конечно, ее все проверили, как бы все нормально. Ну, и со временем все прошло. Во-первых, у нее еще всегда, видно, на нервах тоже не очень часто была кровь из носа. Я так переживала, думаю, будет какой-то лейкоз. Вот прям постоянно, иногда ночью она проснется. Ой, проснулась, у нее вся постель в крови. Было и такое. А потом через какое-то время все прошло. Я к чему все это рассказываю? Какая она была у меня с учителем? Ну, у меня тоже, кстати, было то же самое. У меня были некоторые преподаватели в школе. Я так и боялась. Я даже не хотела ходить на урок. Поэтому у меня от школы, от нашей русской, у меня только неприятные вот воспоминания. Естественно, приятные воспоминания только о своих одноклассниках. А вот о школе, о учителях... Нет, у меня только негативный какой-то опыт. Приехали сюда, она пошла в школу, в первый класс. У нее был нулевой английский. У нее сразу же первый день, когда я только ее повела в школу, на остановку к школьному автобусу. У нас как бы далековато, так надо было идти. Тут уже девчонки с соседней улицы прибежали, болтают, что-то с ней она еще ни слова не знает. Первый день они уже с ней болтают, все и так хорошо. Девочки хорошие, потом мы ее привели, после школы они приехали, они ее до дома довели. Постоянно в выходные только просыпаются, а мы жили в другом штате, штат такой теплый. И они с утра просыпаются, все к нам прибегали, то она к ним бегала. Так дружно было, так жили дружно. И пришла как-то она мне рассказывает, Иринка. Мам, ты представляешь, мне учитель по математике говорит. Ирина, ты очень слабо по математике понимаешь. Тем ты не понимаешь, что-то она, видно, тест какой-то дала, ты не понимаешь. А я ему говорю, я плохо понимаю. А может быть, вы плохо объясняете? Я думаю, вот что значит здесь дети себя наравне чувствуют себя, наравне с учителями. Совсем по-другому. Никто никого не боится, они спокойно разговаривают. Она, например, после школы остается на... У них были там разные классы, они оставались, например, то в волейбол поиграют, то какие-то они... На школу была типа как сельской местности, вот школа находилась. И они иногда оставались в какую-нибудь рассаду, рассаживали у них были свои теплицы. И мы, например, подъезжаем забирать ее, а уже всех детей забрали. Сидит учительница прямо на асфальте, сидят, прислонились стеночки вон к школе и сидят, разговаривают. Учитель сидит и ждет, пока не заберут последнего ребенка. И разговаривают вот как друзья, как подружки. Поэтому это здесь совсем по-другому. Дети, они вообще не боятся, они не боятся никаких экзаменов. Здесь нет экзаменов, как в России, там после 8 класса сдаешь
кучу экзаменов, после там десятого, как я помню, 8-10, там сдавали кучу экзаменов, а сейчас так вообще какие-то ЕГЭ, и вообще непонятно, что страхи. Здесь такого вообще нет. Они тему прошла, тест сдали, все. Никогда к этому же никто не вернется. Опять тест прошла, вот они, меня Ирка школу закончила, никаких у них экзаменов не было. Ничего такого даже подобного не было. Идут они в колледж, у них тоже нет никаких экзаменов каких-то. Все по твоим оценкам, которые ты получил в школе, по аттестату, пройдешь ты или не пройдешь. Никаких экзаменов сдавать не надо. Поэтому никаких нервов дети здесь не трепят. Вот это я к тому, что я не хочу, чтобы моя дочь ходила от меня. Ну, надо. Ой, так тяжело расставаться с детьми. Представляю, скоро замуж выйдет, как Надюха. Так редко видится. А как вот вы со своими детьми? Или, может, просто потому, что у нас по одному ребенку, мы вот так вот как к ним присосались? Буду собирать сейчас, и я уже ей там накупила всего в дом. Буду собирать. Ну ладно. Спасибо вам, что послушали мамины страдания. Пока-пока.